Проблемы рыбной отрасли обсудили на заседании Совета старейшин при главе республики. Говорили об охране биологических ресурсов и мерах по противодействию незаконному вылову рыбы. Затронули тему нехватки кадров, необходимо усилить работу с молодежью, формировать научное сообщество. В республике множество водных объектов, Каспийское море, более 800 рек и озер. Потенциал необходимо использовать во благо дагестанцев.